Привет, с вами Зимрикинус 2, и в этом видео я буду делать игру, обзор на игру Solar Smash. Да. Мне кажется, это прикольно. Да, то есть с ней можно разрушать всякие планеты и все такое. Тут есть оружие вот в этом месте, и я сейчас сделаю на нее небольшой обзорчик. Да. Например, это что за оружие? Чего? Ладно. Кстати, а что если я тут все оружие... Сколько стоит людей, если это все оружие испробую? Что? Так что можно то, что? Ок. Что будет, если уничтожить вверх из земли? А все? А то и снизу уже никого нет. Ну. Давайте тогда на Юпитер. Кто скажет Юпитер? Что если я запущу в Юпитер? Луну. А, это Земля. Ок. Не, ну прикольно, конечно. Чё? Ладно, если у него такая регенерация, то тогда я попытаюсь кстати, кусок земли там осталось. Тогда я попытаюсь его полностью. Вот этот черный дыран, по идее, должен его всего поглотить. И это не настоящая черная дыра. Походу, не настоящая. А это что? А это спамонка? Тогда, если так, и тогда все это заполним молниями. Ха-ха-ха. Ну все, я вроде разрушил Юпитер, от него ничего не осталось. Понимаю, конечно, понимаю. Ладно, а это что такое? Тут типа свою планету можно создать или что? Не обращайте внимания, у меня что-то какая-то реклама была, а потом игра вообще вся вылетела. Ладно, походу я не буду это вот на Венеру тогда. Давайте, вот это, например, какая-то пила. Давайте несколько каких-то запустим. Какой звук. Если она восстановится сейчас, то это будет очень жестко. А что если... Не, ему ее лазером просто так не уничтожит. А что если я так делаю? А, она как-то спамилит. Задает трубой. Ну, есть незабываемое оружие. Чего? Ладно. Что за оружие такие? Буду уничтожать планеты, походу. А это что?
ребята. Что здесь происходит? И что будет? Тарелочка. О, монстр кирис происходит. Это шипальцы? Ладно. Хоть и суперудар. Тогда давайте вернемся на землю. Интересно, а сколько людей выживет после того, как я этих всех монстров отправлю в одну точку? Ок. Ой, случайно забыла. Уже 5 миллиардов 618 умерло. Жесть. Да уж. Я сюда еще запущу несколько таких. Надеюсь, после этого выживут люди. Что? Кстати, а что если я пробью это ядро насквозь? Тут только вот эта вот сторона осталась. Ладно, давайте тогда. Ладно, не поможет. Интересно, мне получится на сколько спинки? Я тут ломаюсь. А у меня я уже пробил насквозь. Ладно. Земля у нас сталкивается с землей. Жесть. Теперь земля выглядит почти как понч. Ладно, давайте еще несколько запустим. Сколько там? 2 луны. Ок. Жесть. Кстати, а что это черная дыра будет? Они теперь на этом будут. Тогда тут можно делать все, что захочешь. А все? А, ну все теперь. Все люди погибли теперь. А это так можно сделать? Ну ок. А нет, это там реклама, короче, была. А что если я запущу все эти события в землю? Интересно, а земля выживет после такого? Что, сколько выжил?
Да, выжила. Только она немножко потрескалась, похоже. Ну, хотя мне, наверное, показалось. Кстати, о, тут подарочки есть. Снежок. Можно на снежок. Куда снежок кинуть? Вот. Ладно, наверное, опять сделаю. Я хочу просто снежками покидаться. О, нет, подарками. О, ёлочкой. Возьмите елку. Во всем елка прилетит сейчас. С Новым годом. -929 миллионов человек. Походу, так много людей не любят Новый год. Ну вот вам подарки, возьмите подарки. Подарки вам, вот подарки, берите подарки. Подарки. А что если снежок идти сюда? Чего? В смысле? О, а это что такое? Я сюда кинул снежок. Ладно. Стоп! А почему монстр отсюда выходит? Я понял, то есть из этих подарков могут какие-то монстры выйти. Это вообще как-то как бы классная игра. Все, точка намечена. Теперь я туда врежу луну. И закончу это видео. Потому что довольно много надвигалось. 13 минут. Посмотрим, сколько людей выжило под конец этого видео. Еще, наверное, сюда запущу еще одну дыру. Это прикольная игра. На 4 лайка я сделаю вторую часть. Ну ладно, с вами был Тимирикус 2. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!